намертво. Без вариантов. Ладно, погнали. Погнали. Ты знаешь, куда эти карты у тебя? У меня голова. Нам нужно вон туда, к арке самой популярной. Пойдем. Короче, ребята, мы прилетели. Привет. Вот это поворот. Ты мой зритель? Да. Я встретил я своего зрителя. Я 4 года тебя ждал. В смысле, не ждал. Ну давай, давай, я буду снимать. Живешь? Только вышли из этого отеля. Я хотел бы, чтобы устроили сходку, потому что действительно есть зрители, которые вас тут смотрят, и они очень хотят. Нифига. У нас просто времени немного, у нас все расслабили. Мы до 15-го, но у нас все прям поднялось. Давай. Эй, полегче. Я так понял, вы встречаетесь теперь, да? Ну да. Спасибо. Спасибо. Тарарарам-тарам. Первый день во Франции, мы только приехали, устроились в отеле, разложили все, ходили в душ, переоделись. Ребята, мы шли и увидели Макдональдс прям рядом с нашим отелем. Юля, держи себя в руках. Слава снимает влог. Тут есть еще Бургер Кинг. Ребята, вот она! Вот она, арка моей мечты! Yes! Я хочу наверх? Внутрь. А что ты там будешь делать? Под нее. Ну, ты поняла. Ну, я поняла. Мы зашли покушать в Макдональдс и опробовать его, и понять, какой он, да, здесь. Да, я возьму дабл чизбургер и, конечно же, капучино. Как без него, сейчас надо только понять. А еще мы думаем взять тур и проехаться на автобусе. Но это не точно. Вот ты видишь, там Эйфелевы башни продаются, которые светятся? Я хочу такую. Классная цветочная. Артигас. Ребят, у нас прямо по курсу Эйфелева башня. И столбик. Сейчас мы подойдем к мусорным бакам. Слава хочет запечатлить их в свой блог. Это для бутылок. Ай. Может быть, голову твою сюда класть? Я не знаю, но это очень странно. За это в метро? А, нет, я просто чуть не зашел в метро. Ух ты, смотрите, наконец-то мы встретили мой мотоцикл на дороге. Хочешь себя от селфи-палки снимать? Да. Это очень, ну, умно, типа, знаешь? Да. Так рука будет меньше дрожать, все дела. Не, меньше дрожать не будет. Будет. Теперь Слава настоящий блогер. Я настоящий блогер. Ты тоже настоящий блогер. А я вообще настоящий блогер. А ты супер-пупер настоящий. Ой, аккуратненько. У Славы была уже как-то история, связанная с этими палочками. Не врезался. Вот с такой. Точнее, я даже врезался. Вот в такую иду такой, по телефону разговариваю, и херакс. Зай, нам надо на какую-то смотровую, где ее полностью будет видно. Ребята, здоровенная башня! Здоровенная! Башня моей мечты! Что, хочешь поиграть? Нет, булочки. Булочки. Автобус, again. Короче, вызывают кого-то, наверное, танцевать, не знаю. Слава думает, что мне хватит тех фоток, которые мы сделали. Как можно быть таким глупым? Вот такой идеальный вид у меня перед глазами. А, Зай, мы еще знаешь, какую фотку не сделали? Следуй за мной. Мы же следуем друг за другом. В общем, очень замерзла я что-то. Не знаю, куда мы сейчас направляемся. Такая она маленькая на фоне меня, на фоне моей головы. Ага. Голова у тебя просто большая. Да, потому что умная. Ой, на меня голубь чуть не врезался. Тут, короче, какой-то митинг, который снимают на видео. И все это очень напрягает меня. Иди к ним. Спой просто. Дай мне время. У людей есть какая-то своя позиция. Они выходят, что-то говорят. И я считаю, что это круто. Давай сувениры посмотрим, которые здесь стоят очень дорого, наверное. Бонжур! Вот я уже язык выучила. Неужели мы нашли магазин? Да, у тебя вчера был. У меня вчера. Мы наконец-то нашли магазин, где можно купить что-то домой. Неужели? Тут такие дачки. Короче, мы со Славой зашли домой, отдохнули немного, оделись потеплее. И сейчас мы пойдем куда-нибудь кушать в ресторан. Тут можно снимать клип Starboy. Starboy, давай. Сейчас карту только вставлю. Короче,
ночи мы гуляем. Кстати, знаешь, вот когда посидел дома, согрелся, оделся потеплее, на улице уже не так холодно. Кайли Дженнер сверкает сиськами. Шок. Нет, ну она, конечно, хорошенькая, ничего не скажешь. Короче, как всегда, в Европе уже, не знаю, в 6-7 все закрывается наглухо. Поэтому мы не сможем померить эти прекрасные лифчики. Слава богу. Слава хотел. Я говорю, блин, наверное, уже все закрылось. Он говорит, ну побежали скорее, может, успею. Нет, я не хотел. Да нет, конечно, не хотел. Да-да. О, да-да. Смотри. Что, хочешь в да-да пойдем? Это называется да-да. Почему все едут на зеленый для пешеходов? Итак, мы пришли в ресторан, наконец-то нашли что-то нормальное. Заказали по стейку, картошечку заказали. По бокалу вина, и стейк мне понравился, но он достаточно жесткий, но вкусный. А тебе как? Вкусненько? Но тоже жесткий, да? Жестковат, но в целом я впечатлен. Как ваше впечатление? Я впечатлен. Итак, ребят, мы уже дома. Я решила, что я не буду сегодня записывать вам наш номер, потому что уже поздно, и я хочу записать вам его, когда будет день, потому что днем здесь вообще шикардос. В общем, мы покушали, все хорошо, мы пришли домой, было очень холодно, поэтому по пути я не снимала, но это место находилось недалеко от нашего отеля. Вот, также была забавная ситуация, у нас в номере не было ёршика. Да. У нас не было ёршика, и то, как мы его просили, это было дико смешно. В общем, я Славу попросила, чтобы он сказал, что у нас не хватает кое-чего для туалета. И дальше был мой выход, я показывала фотографию ёршика. И этот чувак такой, что он говорит? Вам нужна туалетная бумага? Мы такие, нет, нет. Я ему показала фотографию, там был настоящий ёршик, натуральный. А нам его очень не хватало сегодня. А ты думаешь, что это вот твой ракурс идеальный? На фишае он... пофигу. В общем, я надеюсь, что вам понравился сегодняшний влог. Если так, то ставьте пальцы вверх. Дальше будет лучше, дальше будет веселее, интереснее. Лучше, потому что... больше, интересней. Еще дальше вас ждет Диснейленд. Хотя мы его еще не заказали, но будем заниматься этим сегодня. Так что ждите, будет интересно. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Славы. А еще у него на канале есть влог. Так что обязательно переходите по ссылке. Ну, в общем, будьте счастливы, здоровы, мы вас любим, целуем, обнимаем. И да. Всем пока. Бонжур.